скорее, брат. Добудем кусок резца и уйдем, пока они не заметили. Ну вот ты. Сын. Сдавайся. Этого требует все отец. Нет. Хорошо. Я сам разберусь, сын. Иди. И далеко ли ты собрался? О, нет, брат. У этого уродца есть лук. Что же нам теперь делать? Не указывай. Встань за мной, сын. Зачем мы вам? Что нужно Одину? Не знаю. Плевать. Иди сюда, выродок. Хватит за папкины штаны цепляться. Заткнись, сам ты выродок! Как ты только еще жив? Твои тощие ручонки ведь еле держат лук. Сказал, заткнись! Успокойся, сын. Надо повторить им урок. Не слушай его! Он хочет тебя разозлить! Сыны Тора уничтожат вас! Сыны Тора могут попробовать! Голова! Извини, я перегнул палку, да? Там! Мой любимый момент! Там! Заткнись,
здесь! Ах, ты мерзавец! Твой черед! Вернись, Дэвкрус! Башку тебя оторву! Болезнь. Лихорадка вернулась. Нет! Нет! Сын! Кашель, кровь. Мальчик болен, надо к Фрейе. Нет! Тише. Нормально. Молодец, пацан. Да нормально все. Надо за ним следить. Пожалуй. Им мы вырежем путевую руну, которая пропустит тебя в Йотунхейм. Мы вообще теперь можем открыть все запертые магией двери, что нам попадались, к та, что за поворотом. В эту дверь можно пройти, ведь есть резец. Он же бог, а отец убил его. Один из младших асов, но да. А его отец Тор. Тор не младший, совсем не младший. В Асгарде будут очень недовольны. Я защищался только и всего. Я не боюсь осуждения. Бояться стоило бы не осуждения, а мести. Разве можно убить бога? Бедный Фафнер. От амбиций до алчности всего один шаг. Мы тут уже были, но как вернуться? За работу! Что, это помещение праведного гнева? Возвращайтесь! Эй, вы слышали? Магний, один из асов, сын Тора, мертв! Это не слухи! Теперь Моди по всему Мидгарду ищет убийцу. Говорит, когда найдет его, то... Ой, небось вы его и убили. Нам, наверное, стоит говорить потише. А лучше вообще молчать. Это хорошая мысль. Парень совсем нездоров. Ничего. Все в порядке.
порядке. Если так, не отставай. Хорошо. Эй, я понял. Магний вовсе не воскрес. А вот это интересно. Все знают, что у асов свой путь в Вальхаллу. Без валькирий, без ворот Хельхейма. Может, это имеет значение? Трума! Что тут было? Рыбаки доставляли улов в гавань и с помощью этого устройства отправляли часть прямиком на кухню ярла, а остальное продавали. Под большим пальцем выход. Ищи путь туда. Там есть проход. Справа. На другой стороне есть путь к выходу. Снова под ладонью. Почти на месте. Мы с тобой лазали по мертвому великану, катались на огромном молоте, дрались с плохими богами. Что бы сказал мама? Что ты прошел большой путь. Спасибо. Так что теперь? Может, отвезти мальчика к Фрейе? Нет, мне уже лучше. Только немного отдышусь. Куда мы теперь? Раз мы добыли великанский резец, надо узнать путевую руну Йотунхейма, вырезать ее на тех вратах на вершине горы и открыть путь в страну великанов. Ты не знаешь? Увы, нет. Но змей упоминал, что великаны доверили секрет этой руны Тюру. Тюр же мертв. Да. Его тайная сокровищница совсем рядом. Двери туда, внизу, под храмом. Они много лет были скрыты водой, пока наш приятель-змей не пошевелился. Там мы наверняка найдем знаменитую черную руну Йотунхейма. Можем еще тут поисследовать. Резец у нас, сокровищница никуда не денется. Чего лодки простаивать? Подумаем. Плюнула тебе в лицо. Ну, она считает, что в ее нынешнем положении во многом виноват я. И в чем-то она права. Все началось во время долгой войны между асами и ванами. Прежде асы легко побеждали всех, но ваны оказались достойными соперниками и нанесли им огромный урон.
Обе стороны несли огромные потери. И для многих из нас война перестала быть забавой, а превратилась в утомительное смертоубийство. Согласен, брат? Именно. Вот-вот, дело зашло слишком далеко, и мудрейший советник Одина решил найти другой, более разумный путь. Хотел убедить богов прийти к миру. Уговоры дались трудно, но, наконец, Один решил взять в жены одну богиню из рода ванов, славную не только тем, что она хороша собой и плодовита, но еще сведущая в магии ванов, которую Один давно мечтал постичь. Фрея вышла за Одина? Зачем это ей? И она пошла на эту жертву, чтобы защитить свой народ. Воистину, Фрея достойна лучшей участи, но история, конечно, не так проста. Сокровищница Тюра за магическим замком. Ого! Неужели мы в сокровищнице Тюра? Еще одна из этих штук. Это Тюр, но не хватает фрагмента. Стой, я думал, что Тюр бог, а не великан. Да, но его все любили, и великаны тоже. Кроме меня, лишь ему досталось от них в дар особое зрение. Хм, а обо мне великаны не сделали триптиха? Давай. Знаешь, иди сюда, я научу тебя читать. В этом нет нужды. Ты меня столькому учил, да и я тебя чему-то научу. Атрей. Давай. Говорить ты умеешь, но учиться читать не так сложно. Я умею читать, сын. На другом языке. Так ты уже на полпути. В общем, руны изображают разные вещи. Богов, животных. Стой. Что, слишком быстро? Прости. Молчи. Запах чуешь? Да, чую. Пахнет дождем? Ты все испортил! Я заслужил этот молот! А теперь все решат, что я получил его, потому что магни нет! Меня засмеют! Если я убью тебя, смеяться не будут. Нет! Трума! Ты тупой! Это у тебя папаша? Или ты в мамку пошел? Она была тупой, да? Заткнись! Ты ничего не знаешь о моей маме! Верно. Но зато я буду знать все о тебе. Ты станешь моим новым братом, как только я убью твоего отца. Хватит! Ой, кажется, я его сломал. Брат, мальчик! А ты? Скорее неси его к Фрейе, иначе никак.
лодку. Дом Фрей недалеко. Один тебя ищет, брат. Особенно после того, как ты стал убивать его родителей. Лес Фрей для него закрыт, туда нам и надо. А если кто и может исцелить мальчика, так это она. Что с ним происходит? Я видел подобное у смертных. Смятение разума может выражаться в болезни тела. Боги такому не подвержены, но бог, считающий себя смертным, жутко представить. Почти на месте. Усилился. Его трясет. Плохо дело. Надо спешить. Фрейя! Открывай! Нам нужна помощь! Женщина, ты слышишь? Это срочно! Я все еще богиня, поди прочь! Мальчик заболел! Фрейя! Он болен. Идем. Это необычная болезнь. Истинная природа мальчика, твоя истинная природа борется с ним. Так это из-за меня. Ты поможешь? Конечно. Только за лекарством тебе придется пойти в Хельхейм. Нужно сердце хранителя, который защищает мост проклятых. Хель. Мир мертвых. Знаешь такой? Этот нет. Это страна неизбывной стужи. Огонь там не горит, и ни одно заклинание всех девяти миров не сможет зажечь там пламя. А мертвецы, твой топор не причинит им вреда. Нужно другое оружие. Тогда я вернусь домой. И откопаю прошлое, которое поклялся забыть. Кем ты был раньше, неважно. Этот мальчик не прошлое, он твой сын. И ему нужен отец. Эта руна откроет проход в Хельхейм. Когда будешь там, ни при каких обстоятельствах не переходи по мосту проклятых. Пути назад нет. Ты понял? Сын. Эмили, поспеши. В саду тропа ведет к моей лодке. Бери ее.
Возвращайся домой, раскопай свое прошлое, делай, что должен, но принеси сердце хранителя моста, и твой сын может выжить. Иди. Фрея. Тогда, в прошлый раз, я был... Нет. Ты не должен доверять словам богини. Можешь не извиняться. Уж точно не передо мной. Я позабочусь о нем. Даю слово матери.